что будет в новом эпизоде. Что сделает Серкан, когда узнает, что его отец – Кемаль? Сможет ли Серкан снова влюбить Эду в себя? Когда наша серия выйдет в финал? Все и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите быть очень довольны Эдой Серкан и Кирас, прежде чем продолжить наше видео, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Будет большим шоком узнать, что мать Серкана, Айдан, еще не приняла его отношения с Кемалем, но теперь он его отец. Эта новость станет сюрпризом для всех, даже Айдан не знал об этом до сих пор. Кемаль будет более позитивным, чем Серкан, в принятии Серкана. Несмотря на то, что Серкан сначала не хочет принимать это, он со временем привыкнет к этой идее. После того, как Кирас заболел, ее принятие Серкана как отца положительно повлияет на Эду. Она уже знает, что Эда Серакн пытается измениться во всех отношениях и быть на их стороне. Эде будет приятно, что Серкан так сильно растягивает свои позиции и идет на компромисс со своими правилами. Когда начинался последний сезон нашего сериала, было объявлено, что он закончится после 11 серий. Поскольку события были сосредоточены на Эде и Серкане, и больше не было предмета для обсуждения, это решение стало очевидным. Уже решено, что наш сериал попрощается с экранами с его последней серией, которая выйдет в эфир в среду, 18 августа. В последней серии мы видим, что очень много ошибок при съемке. Это заставляет нас думать, что сериал дойдет до финала и что его сотрудники не работают так тщательно, как раньше. Если вы хотите вспомнить, что произошло в последней серии, вы можете посмотреть оставшуюся часть нашего видео. Хотя после решения судьи остаться одному было трудно, они решили, что Серкан должен остаться в доме Эды. Когда Энген и Перил говорили о том, как им повезло, когда они пришли в их дом, их разговор оборвался, когда Джан захотел Кираза. Пока Эда тайно разговаривала с Перилом, Серкан, Энген и Кирас разговаривали с Джаном. Эда заставляла Серкана готовить и есть нездоровую пищу, чтобы беспокоить его. Пока Бурак в пьяном виде сидит на пляже, к нему подходит Мило. Когда Бурак целует Мило в состоянии опьянения, Мило хочет сразу поцеловать Бурака, который ему уже нравится. Но Бурак застревает в объятиях Мило. Серкан и Эда кладут Кираза вместе и подвергаются вопросам Кираза один за другим. Эда сердится на Серкана за идею остаться в одной комнате и показывает Серкану матрас. Они спят, споря всю ночь напролет, и когда Серкан и Эда просыпаются утром, Эда вырывается из ада. Серкан оправдывается тем, что он пришел к Эде, потому что не мог уснуть из-за холода. Кирас испортила кухню, чтобы приготовить завтрак для родителей. Увидев это, Эда и Серкан очень удивляются и пытаются развлечься с Киразом. Затем, с одной стороны, дама Айдан, с другой стороны, дама Айфер приходит и пытается удочерить Кираза. После того, как Мило Бурак поцеловал его, он поднялся в воздух. Но Бурак, к сожалению, ничего не помнит об этом моменте. Эда очень сердится, когда Денис Ханым говорит, что она отказала тем, кто хочет взять интервью у Эды. Когда Керим говорит ему, что еще помешала дама Денис увольняет Керима. Если Эда откажется уволить Керима, она говорит, что пойдет с ним. В гневе он подходит к Серкану и говорит, что Денис злит его. Пока Айдан хочет воспитать Кираза так, как она хочет, Айфер делает то же самое. Однако, поскольку Кираз до сих пор росла с Айфер, она более склонна к тому, чего хочет. Когда Серкан и Эда возвращаются в свой дом, они видят, что Айфер и Айдан сражаются за Кираза, и очень злятся. Серкан отгоняет их обоих оттуда. Когда Мило и Бурак собираются поговорить, приходит массажист и все перемешивает. Айдан не остался без дела, на этот раз о Киразе позаботилась школа, и они пытаются решить это с Айфер. Серкан перенес свой бизнес в дом Эды, а также переехал сам. Эда обеспокоена тем, что Серкан делает это, и хочет как можно скорее выгнать его из дома. Пока Мило пытается отреагировать на Серкана из-за наполнения Эды, Серкан понимает, что Эда наполнила его вот так. Серкан просит Мило взять кофе, который он приготовил для Эды.
Если чашка, в которую он наливает кофе, выпита любовником, она становится красной. Вот почему Эда заставляет Мило выпить кофе. Хотя Мило сопротивляется, она должна его выпить. Но чашка снова становится красной. Потому что Мило тоже полюбила Бурака. Пырил подозревает, что Энген его изменяет, и пытается понять, как Эрдем изменил Лели. Он пытается установить связь между ней и Энгином. Когда Серкан уложил Кираза в постель, Эда сказала Мило, что ей нравится быть с ним. Тем временем Серкан слушал его за спиной, и Эда проиграла пари. Таким образом, Серкан имел возможность пробыть с ним еще 2 недели. Бурак снова пытается поговорить с Мило и, ожидая, пока Мило признается в любви, Бурак приносит извинения за задержку повышения зарплаты. Эда обманула Серкана, выгнала его из комнаты и заставила провести там всю ночь. Утром Серкан простудился и спорит с Эдой о том, где на этот раз присмотреть за Киразом. Серкан берет Кираза на работу и просит Кираза быть с ними, пока они работают. Пырил берет Джан и приглашает Энгина на работу, но Энгин не хочет приходить на работу. Это вызывает у Пырил новые сомнения. Эда очень рада, когда Серкан устраивает для детей игровую площадку и воспитывает детей вместо работы. Айфер и Кималь встречаются и разговаривают о былых временах, и Айфер очень смущается, когда она говорит, что они были вместе с Кималем, когда были пьяны. Эда звонит Керем в компанию и просит ее адаптироваться в компании. Мило хочет поговорить с Бураком, где он его поймал, и Бурак говорит ему, что он будет уважать все в Эде. Мило очень злится и уходит из-за стола. В то время как Серкан планирует поехать в Италию с Киразом и Эдой, Эда одобряет. В то же время он рисует дом, в котором будут жить они с Эдой, и расспрашивает Эду о некоторых особенностях. В этот момент Денис Ханым приходит в офис, и Серкан прячется от нее и просит Эду отвлечь ее. Эда и Серкан, которые время от времени пытаются сбежать от Дениса, застревают в секретной комнате Серкана. Когда он вышел из комнаты только потому, что его не было, их поймала Денис. Дама Денис извиняется перед Эдой и просит ее вернуться в отель. Увидев грустного Мило, Айдан и Сейфи подходят к нему и спрашивают, из-за чего он расстроен. В Мило он изливает им свое сердце и делится своей печалью. Пырил не теряет контроля и на этот раз звонит Энгину через видеозвонок. Из-за широких костюмов Пырил еще более неловко. Они спросили Кираза и Джана Эрдима, каков аромат торта в их руках. В Эрдим он отправил торт со вкусом шоколада и клубники, сказав, что это просто шоколад. Они пришли к Мило Айфер и сказали, что она больше не хочет здесь находиться, и сказали Бураку, что хотят работать в другом кафе. Он приехал в Париледе и поделился своими сомнениями по поводу Энгина. Энгин, с другой стороны, поделился с Серканом, что он начал новый бизнес в сфере общественного питания, но не знал, как поделиться им с Пырилом. Когда Бурак позвонил Эде и сказал, что Мило и миссис Айфер хотят уволиться с работы, у Эды перехватило дыхание рядом с Мило. Пока Эда пыталась выяснить, что происходит, Мило рассказал ей все, что произошло. Серкон приготовил для Эды свои любимые блюда и ждал его. Когда они узнали, что с Мило была Эда, а не Буба, они вместе приятно поужинали. Как и каждую ночь, сегодня Серкон пытался спать рядом с Эдой. Педагог, привлеченный судом к ответственности, призвал всех собраться вместе и быть честными. Сейфи Айдан признался в своих отношениях с Кемалем. Серкан сказал Бураку, что не любит ее, а в ответ сказал, что не любит и ее. В то время Кирас поделилась тортом, который она попросила Эрдима с Дженом, и съела его, и ей стало плохо из-за аллергии на клубнику. Все они были очень напуганы, и Эда и Серкан подошли к Киразу с разрешения врача. Между тем, Айдан был шокирован, когда Кемаль, который знал эту новость, пришел в больницу и сказал, что он испытал подобное, когда был маленьким. Поскольку ту ночь он не помнил, дата рождения Серкана совпала с той ночью, когда они были вместе. Как только Кираз пришла в сознание, она очень обрадовалась, увидев рядом с собой родителей, и впервые позвонила Серкану отцом. Не забудьте лайкнуть наше видео для тех, кто любит сериал «Сенчаль Капми» никогда не хочет, чтобы оно вышло в финал.
Вы также можете поделиться нашим видео с друзьями, чтобы они могли следить за тем, что происходит в нашей серии. Мы подошли к концу нашего видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.